Представь, как здорово блистать и петь с товарищами дружным хором. Сводить ты ас, конечно, но сейчас попробуй показать другим свой голос. О чем-то прошептать, о чем-то прокричать, о мыслях, чувствах, радости и грусти. Да проще промолчать, о новом не мечтать, но попытайся хоть разок. Громче, пусть услышат все, как раскрылся в песне ты своей. Никаких правил нет, что хочешь, смело выбирай. С головой и в музыку ныряй. Ты можешь не рисковать, скрываться, продолжать. А если вдруг это то, чего ты искал, что же, сам смотри, сам решай. Может, только этого ты ждал. Ты сбавь напор, я, может, не готов. Не для всех решиться на такое просто. Зачем спешить? Да я готов сводить, помогать другим сиять совсем не сложно. Я славы не ищу, в тени всегда стою. А вы не бойтесь, для людей пойте. Что сказать не мой удел, тебя обидеть не хотел, но вынужден ответить нет. Мне все нравится вполне, не стремлюсь я быть-то выше, нет. Для себя путь избрал, другого не ищу пока. Я влюблен в чужие голоса, чему пытаться зазря, да безнадежен я. Нет силы времени этим терзать себя. Оу, черт, правда, не гони меня. Может быть потом, но не сейчас. Тебя все устраивает, ты говоришь, и ничего не жаждешь ты изменить. Пожалуй-ка я пойду полезным делом займусь, сведу что-нибудь тем, кто оценит мой труд. Так не попробуешь, не узнаешь. Только если бы ты захотел, разговор бы наш прекратил. Все они тебя поддержат, Микки, я и Качи с Велей. Хоть ради них побудь смелее, но решать, конечно, будешь сам. Допустим, лишь допустим, я заинтригован. С чего тогда программу «Вокалист» начнем мы? Славненько, мы подберем тебе такое. Я буду рада, если выпустишь ты соло. Постой, так сразу соло, неловко одному. Не понимаю, я стесняешься, ты почему? А хор? Нет, сложно. Трио? А может, наш дуэт? Громче, пусть услышат все, как раскрылись песни своей. Никаких правил нет, что хочешь, смело выбирай. Музыку ныряй, за мною повторяй. Смотрю, я начинаю. Когда ты с кем-то, то легче с нуля начать. О, черт, грех, что упускает свой шанс. Давай творить здесь и сейчас. За мною повторяй, кто бы мне сказал. Сейчас наша новая глава о тонких поисках рассказ.